Сказ о том, как мы диван чинили. Случилась с диваном такая неприятность. Сломался фиксатор механизма трансформации. Да, вот тот самый элемент, вот этот вот, который сейчас выкручиваем, это деталь заводская, а та, что была в самом начале видео, это деталь из пластика, распечатанная на 3D принтере. Заодно решили разобраться с фиксатором для микроскопа. Вот так она надломилась, тоже деталь из пластика, и надо ее сделать из металла для надежности. Сначала мы смоделировали деталь для печати на 3D принтере. Но, как оказалось, это бесполезно, потому что деталь получилась также из пластика и сломалась, как и заводская, ровно в том же месте. Далее мы модель упрощаем для возможности ее обработки на ЧПУ станке. Лишние части детали мы убираем, оставляем только отверстия, в которых мы в дальнейшем нарежем резьбу самостоятельно и вкрутим в нее болт. Для заказа изготовления этой модели на ЧПУ станке нам необходимо сохранить ее в векторном формате STEP. Аналогичную операцию мы проделываем и с деталькой для фиксации микроскопом. Также оставляем отверстие, в котором мы потом также самостоятельно нарежем резьбу. Дальше. Вот. Как в проекциях смотрим. И сохраняем в том же векторном формате STEP. Далее эти файлы мы отправим для заказа деталей на сервис PCBWay. Выбираем обработку на ЧПУ станке, загружаем детали, проверяем все данные, свойства детали, материалов. Так, проверяем, что загружается, сверяем с нашим файлом, получившуюся модель. Загружаем другой элемент, другой фиксатор с другой стороны. И загружаем деталь для микроскопа. Аналогично проверяем свойства. Здесь у нас нержавеющая сталь. Все сверяем, проверяем. Дальше стоимость. Проверяем заказ, оплачиваем и ждем. Ура! Пришла посылочка. Распаковываем. Ох, как тщательно все запаковано, да, чтобы ничего не повредилось, отлично. Ага, медитативное занятие, да, распаковывайте. Теперь сверяем размеры. Все, подходит, все прям по модели. Молодцы, с хорошими допусками. Тут еще померим. Вот сбоку можно посмотреть, какие размеры были на модели. И какие реальные. Также меряем все размеры деталей для микроскопа. Меряем, сверяем. Так сбоку указали все размеры модели. Но мы же помним, мы же сэкономили, да? Отверстие только сделали, заказали. Теперь резьбу вручную нарезаем. Ну что ж, 3 часа жизни впустую. Ну не совсем впустую, конечно, что-то там нарезали. А потом еще и обработка. Угу. Грязи на всю квартиру. Вот результаты наших стараний. Да, видно, что еще нужно доработать, дошлифовать. Ну, красота какая. Сэкономили, сэкономили зато. Угу. Нет, не берите с нас пример, не берите. Лучше это заказать у тех же товарищей. Ну, дорабатываем, дорабатываем. Шлифуем с одной стороны, с другой.
Ну и самая грязь, самая грязная работа. Дорабатываем детальку для дивана. Вот он наш пациент. Вот они, детальки лежат на диване. И вот сюда мы будем их вставлять. Но для начала, ну не забывай, мы уже сэкономили. Нам нужно болт подготовить еще, который мы вставим в эту детальку. Да, вот. Тут все, конечно, ускорено. Но спустя энное количество времени нам удалось сделать вот такие красивые детальки. А могли бы просто заказать их у тех же товарищей из сервиса PSBWay. И получились бы отличные детальки и без потери кучи часов жизни. О, красота какая! Красота! Да-да-да, все аккуратненько, чистенько. Не без доработок. Ну, вставляем теперь детальки на их законное место. Ну, все просто вкручивается. Вторую детальку вставляем. Вставили. Выкрутили. Проверяем, как это работает. Все, теперь все стоит намертво. Все, диван живет. Работает, служить еще будет долго. Вопреки всем задумкам производителя, согласно которым диван мы должны покупать, видимо, раз в 3 года. Ну что, теперь деталька для микроскопа, фиксатор. Вкручиваем болтик и вставляем наш штатив. Фиксируем как надо. Ставим голову микроскопа и радуемся жизни.